Сегодня мы будем выполнять группу упражнений в стиле йоги. Вначале мы садимся на свою ногу, посидим, почувствуем ее. Дальше мы начинаем тянуться медленно-медленно к своей передней ноге. Дальше немного проезжаем, съезжаем со своего полупальца и животом ложимся на переднюю ногу. Тем, кому не больно, головой достаем до пола. Чувствуем, что у нас есть мышцы. Дальше мы ведем полукруг сначала одной рукой, потом второй рукой вместе с телом и ложимся параллельно этой ноге. У вас должны тянуться вот тут и полупалец. Полежали, отдохнули. Дальше возвращаемся. Переходим в шпагат. Посидели. Дальше мы переходим и тянем другую группу мышц. Покатаемся. И с выдохом сбрасываем все. Другая нога. Также садимся на полупалец. Сидим. Начинаем тянуться вперед. Немножко прокатываемся. Животом, напоминаю, ложимся на ногу. Голову кладем на пол. Перекатываемся к другой ноге. Обратно. И в шпагат. Сидим. Перекатываемся. И с выдохом сбрасываем упражнение. Спасибо, что посмотрели нас.